Сегодня я вам покажу, как сделать пьяный виноград. Берем, в общем, полбанки вина. Я взял домашнее вино малиновое. И ложим 1,5-2 ложки чайных сахара в него. Тщательно перемешиваем и добавляем виноград. После того, как добавили виноград, банку нашу закрываем и ставим в холодильник на 12 часов. Вот, в общем, поставили виноград наш в холодильник. Итак, вот наш виноград простоял 12 часов в холодильнике в вине. Вино слили, чуть-чуть он постоял, стек. Сейчас мы его посыпем сахаром. Вот, и ставим на часа 3-4 в морозилку замораживаться его. Все, виноград поставили в морозилку. Оставляем его здесь на 3-4 часа.